Здравствуйте. Тема урока – признаки возрастания и убывания функций. Цель урока – знать необходимые и достаточные условия возрастания, убывания функций на интервале, применять необходимые и достаточные условия возрастания, убывания функций при решении задач. Критерии оценивания определяют необходимые и достаточные условия возрастания, убывания функций на интервале. Находят промежутки возрастания, убывания функций. Возрастание и убывание функций. На рисунке видно подняться на гору. На промежутке от B до A функция возрастает. При спуске с горы на промежутке от A до C функция убывает. Рассмотрим связь между графиком функции f от x равное x в квадрате минус 2 и графиком ее производной. F штрих от x равно 2x. Графиком квадратичной функции является парабола. Графиком ее производной является прямая. Найти связь. Первое. На участке кривая возрастает, поэтому соответствующий участок кривой y равно F штрих от x располагается выше оси x и возрастает. Второе. На участке кривая убывает, поэтому соответствующий участок кривой y равно f штрих от x располагается ниже оси x и убывает. Пример. Установите соответствие между графиками функций и их производными. Задана функция f от x равная x в квадрате минус 1 третье x в кубе. Производной является 2x минус x в квадрат. Можно сделать вывод. Функция возрастает, производная больше нуля. Функция убывает, производная меньше нуля. Достаточно условий возрастания и убывания функции. Если в каждой точке x промежутка AB выполняется условие f штрих от x больше нуля, то функция f от x является возрастающей на этом промежутке. Если в каждой точке x промежутка AB выполняется условие f штрих от x меньше нуля, то функция f от x является убывающей на этом промежутке. Функция называется монотонной на промежутке, если она на этом промежутке возрастает или убывает. Способы исследования функции на монотонность. Первый способ – с помощью определения возрастания, убывания функции. Второй способ – с помощью графика функции. Третий способ – с помощью производной функции. Алгоритм нахождения промежутка возрастания, убывания функции с помощью производной. Первое – найти область определения функции. Второе – найти производную функцию. Третье – решить неравенство f штрих от x больше нуля или f штрих от x меньше нуля. Четвертое – используя утверждение теоремы, найти промежутки возрастания и убывание функции. Рассмотрим примеры на применение данного алгоритма. Пример. Найти промежутки возрастания и убывания функции f от x равное x четвертой степени минус 2x в квадрате. Областью определения данной функции является множество всех действительных чисел. Находим производную данной функции. Производная равна 4x в кубе минус 4x. Решаем неравенство f штрих от x больше нуля. Решаем неравенство с помощью метода интервалов. Расставим знаки производной функции на рисунке. Тогда на промежутке от минус бесконечности до минус единицы и от нуля до единицы функция убывает. На промежутке от минус единицы до нуля и от единицы до плюс бесконечности функция возрастает. По графику и по производной функции определите промежутки возрастания и убывания функции. Заданы две функции y равно x четвертой степени плюс 2x квадрат минус 3 и y равно 4x квадрат плюс 4x. Обратите внимание на графики данных функций. На рисунке изображен график производной непрерывной функции y равно f от x на отрезке от минус 10 до 4.
Найдите промежутки возрастания и убывания функции f от x. Первое. Покажем промежутки от минус 10 до 4, в котором функция непрерывна. Отметим нули производной. В каждой из промежутков находим знак производной. Производная больше нуля, график расположен выше оси x. Производная меньше нуля, график расположен ниже оси x. Определить промежутки монотонности. Если производная больше нуля, то функция на этом промежутке возрастает. Если производная функции меньше нуля, то функция на этом промежутке убывает. Решение задач. Уровень А. На рисунке изображен график производной функции на промежутке от минус 5 до 10. Найдите промежуток возрастания функции. В ответе укажите наибольшее значение этого промежутка. Рассмотрим рисунок. Ответ 3. Уровень Б. Найдите промежуток убывания функции f от x равное 1 плюс 4x деленное на 2x минус 3. Находим область определения. Область определения является промежуток от минус бесконечности до 1,5 и от 1,5 до плюс бесконечности. Находим производную данной функции. Производная является минус 14 деленное на 2x минус 3 в квадрате. Решаем неравенство. F штрих от x меньше нуля. Значит, функция f от x монотонно убывает на всей области определения. Уровень C. Задание 3. Найдите монотонность функции y равно x в кубе плюс 4 деленное на x в квадрате. Обратите внимание на рисунок. Найдем производную данной функции, решим неравенство. Полученное неравенство решаем методом интервалов. Разобьем числовую прямую на несколько интервалов и найдем знак производной на каждом из интервалов. Ответ. Функция возрастает на промежутке от минус бесконечности до нуля и от 2 до плюс бесконечности. Убывает на промежутке от 0 до 2. Задание для самостоятельной работы. Найдите промежутки возрастания и убывания функции y равно f от x, используя дескрипторы. Находит область определения, находит производную функции, находит критические точки, находит промежутки возрастания и убывания функции, записывает ответ. Рефлексия. Сегодня я узнал, было интересно, было трудно. Я выполнял задание. Спасибо за внимание.